Впервые в Воронеже с таким размахом прошел городской смотр-конкурс детских работ, выполненных из природных материалов. Когда организаторы объявили о начале приема поделок, они не предполагали, что увидят столько необыкновенных, удивительных и во многом неожиданных работ. Конкурс новый, конкурс молодой. Мы его придумали весной прошлого года для биолого-экологического направления. В конкурсе принимают поделки только строго из природного материала. Поделки – это номинация «Лесное чудо», панно из природного материала, номинация «Очевидное и невероятное». Конкурс, как мы выяснили, пользуется бешеной популярностью. У нас заявлено в районе 600 работ. Принимают участие как образовательные учреждения школы, так и учреждения дополнительного образования и детские сады. В номинации «Лесное чудо» действительно было представлено нечто чудесное. Домики из соломы, маленьких бревен, сплетение веточек, лозы, колосьев и ягод, сказочные персонажи из высушенных листьев, бересты, желудей, каштанов и шишек, а некоторые из топленого сахара и шоколада. Домики с настоящими подворьями, с мельницами, колодцами и домовыми, верандами из морских камушек и ракушек. Номинация «Очевидное и невероятное», в которой принимались панно и картины, на самом деле поразила невероятными поделками. Горох, чечевица, пшено, семена подсолнечника, орехи, сухофрукты и многое другое стали материалом для создания настоящих произведений искусства. А панно «Тигра», выполненное из яичной скорлупы, и картина с совой из коры древесного гриба поразила и судей, и посетителей. На создание большинства работ ушли месяцы. И все эти удивительные вещи сделаны руками детей.